Тюлень ли это, где всякие ракеты? А ракеты это такие самолеты, только они не летают там прямо назад, вправо, влево. Это те, которые летают только вверх, вверх и вниз. Ракетные войска это те люди, которые охраняют нашу планету. А ракеты это такие приборы, которые летят вместо неба в космос, чтобы изучать всякие планеты и деток учить, чтобы они знали и были умными. Ракеты называются, которые они в мешочек попали. А войска это, когда люди защищают Землю. Летит на планету и все изучает. Всякие планеты, детей. Войска это те, которые защищают нашу Землю. Это когда они летают в космос. Этот человек выходит пушками. Еще некоторые пушки стреляют снарядами, а некоторые салютами. Было бы хорошо, если бы все пушки стреляли салютами. Если бы не ракеты, на Земле давно была война. Я видел ракеты на курсе. Это очень хорошие люди, они освещают войны. А в ракетные войска больше пьют.